Молоко тоже входит в потребительскую корзину, и его цена порой существенно влияет на ее стоимость. Для того, чтобы социально значимый продукт доходил до покупателя по приемлемой цене, стали устанавливать молокоматы. Сегодня два автомата, которые продают свежее фермерское молоко, открыли в Новочебоксарске. Автоматизированное оборудование уже год работает в столице республики, доказало свою нужность к 8 имеющимся. Скоро добавится еще 5. А вот в городе Спутники молокоматы появились только сейчас. Юлия Федоровна покупает молоко каждый день. Обычно ходит в магазин. А сегодня решила попробовать молоко из нового автомата. Я первый раз еду сюда и сюда. Никогда не пользовалась. Меня сейчас помогли. Деньги ложить, это бутылки брать, потом наливать. Одна помогла, она первый раз это в жизни. Недорого. Мне как раз хорошо. Ну, если своя бутылка будет, так там 30 рублей только, уже совсем дешевый. В Чебоксарах один молокомат в сутки разливает 1,5 тонны. Само молоко в молокоматах стоит 30 рублей плюс 7 рублей за бутылку. Но можно наливать и в собственную. Мы давно изучали спрос населения. Спрос на молоко устойчивый. В последнее время он даже увеличился. Были обращения. И женщин с детьми приходили на прием. И поэтому мы изучили опыт Чебоксар. И, конечно, приняли решение, что нам молокоматы очень нужны. Это первый молокомат в Новочебоксарске, но не последний. Молокомат – кратчайший путь от производителя молока к потребителю. От начала дойки до момента заправки проходит несколько часов. В итоге покупатели получают свежее молоко жирностью 4%. Идея самого предпринимателя, еще раз говорю, КФХ Илларионова, который, в принципе, изъявил желание поставить молокоматы у нас, в принципе, в республике. Хотя это наш производитель. Молоко, оно чувашское, с Яничского района. Ну и следующий этап – это то, чтобы молокоматы заработали в городах республики. Важно, что молоко в контейнерах постоянно охлаждается. Внутри установлены специальные камеры. Сменный танк из нержавеющей стали каждые сутки тщательно моется на ферме специальными растворами и заполняется свежим охлажденным молоком. Так что качество поставщики гарантируют. Татьяна Молокова, Расиль Мухаметов, Республика.